Вітаю глядачів програми «Поговори про мене. Цій дитині потрібна родина». Сьогодні ми поговоримо про важливість меценатства в Україні та роль соціальних телевізійних проєктів. Вже 6 років на Дніпропетровському обласному телеканалі виходить соціальний проєкт «Поговори про мене. Цій дитині потрібна родина». І саме завдяки цьому проєкту долі багатьох дітей-сиріт покращились. Безумовно, працюють державні програми з усиновлення, створюються дитячі будинки сімейного типу та прийомні родини. Але наша програма щотижня знайомить глядачів із дітьми, які мають проблеми. І знаходяться небайдужі люди, які допомагають вирішити ці проблеми. Сьогодні я хочу познайомити вас із меценатом, який, не чекаючи на прохання, надає допомогу і ініціює багато соціальних проєктів. Це Андрій Стасенко. Андрій, здравствуйте. Мой первый вопрос будет общий про благотворительность. Благотворительность в Украине и тех людей, кто занимается благотворительностью. Кто эти люди? И насколько развита благотворительность в нашей стране? Сложно сказать о том, есть ли там в Украине класс меценатов или кто эти люди, какой-то их профиль особенный. Вот. Я бы разделил, наверное, меценатов на две группы. Это политики, люди, которым важно не только делать добро, но и о том, чтобы об этом добре узнавало как можно больше людей. Вот. И это люди бизнеса. Люди, в первую очередь, социально активные, которые понимают, что не только бизнесом, не только зарабатыванием денег или не только развитием личным или семейным там, жив человек. Для них важно сделать свой личный вклад в жизнь тех людей, которые живут рядом, которые не всегда могут обеспечить себя сами. Когда слушаешь эти истории, когда знаешь о том, насколько важна цена и на вес золота наша помощь, то, безусловно, в стране остаться невозможно. Поэтому я, наверное, определил бы два таких основных на сегодня. И хочу сказать о том, что и первая группа, и вторая делает добро. Это очень важно. Ведь по большому счету важен результат. А почему именно вы помогаете? Что вами движет? Это идет от внутреннего импульса. Является где-то импульсами для моих друзей, для других компаний. Вот эта череда, эта цепь добрых дел, вот, если она будет поддерживаться, мы действительно можем изменить к лучшему. Как вы считаете, можно ли научить людей благотворительности? И если можно, то как это нужно делать? С чего нужно начать? Благотворительность – это внутренний посыл каждого человека. Если это делать из-под палки, или если это делать такой, знаете, повинностью или обязанностью, это будет неискренне, и зачастую это не приведет к результату. Вот, поэтому, в первую очередь, это совесть и дело каждого. Научить правильно делать этот вклад, да, научить делать это не только формально, но и душевно, безусловно, можно. Было бы желание. Поэтому я считаю, что благотворительности можно, нужно научить, да, нужно уметь различать действительно ту помощь и поддержку, которая реально необходима, да, возможно, каких-то манипуляций, которые там существуют, да. И исходя из нескольких проектов, которые всегда существуют, да, вот на более, наверное, сложно выбрать тот наиболее важный, приоритетный там, проект или ту задачу, которую нужно реализовать сейчас. Поэтому я считаю, что вот скорее вот этим моментом, да, нужно учиться и можно учить. История развития бизнеса, крупного бизнеса, среднего бизнеса в Европе, в Америке насчитывает не одну сотню лет. И есть определенная бизнес-культура, да, и в основном и собственники компании, и компании достаточно зрелые. Ведь крупным корпорациям по не один десяток лет, и в основном управляющие уже люди достаточно умудренные. Вот украинский бизнес, он очень молодой. Между выбором и вопросом о том, чтобы развивать бизнес, бороться в конкурентной борьбе, занимать долю рынка, создавать новый продукт,
Просто, ну, наверное, нет времени и пока еще возможности думать о том, что ты оставишь будущему поколению, что ты можешь сделать для окружающей среды, что ты можешь сделать для людей в компании, вне ее, да, вот, если мы говорим о меценатстве. Главное не упустить тот момент, когда, знаете, у компании были шансы и возможности и на меценатство, и на серьезные социальные проекты, вот, но не было сделано. А что посеешь, то и пожнешь. И многие компании, к сожалению, не сделав свой вклад, возможно, так и уходят. Мне кажется, что многие моменты в нашей жизни взаимосвязаны. Почему-то компании, которые делают много социальных проектов, они это делают не потому, что они просто успешны и богаты. А, возможно, они успешны и богаты, потому что они изначально делают и поддерживают там, десятки и сотни добрых дел, которые делают меценаты, не крупные компании, даже не средние, просто люди. Вот, и этим наполняется мир. Вы первым поддержали фестиваль «Мама плюс я» и сами предложили помощь. Почему вы поддерживаете фестиваль на протяжении всех лет его существования? В компании исповедуется культура творчества, культура раскрытия талантов. Да? И когда я увидел, что будет проходить фестиваль творчества, творчества детей, ну, для которых, наверное, меньше шансов дается реализоваться, показать детей очень талантливых, детей, которые, наверное, их уникальный, единственный шанс, да, вот на этом фестивале с такой площадки заявить о себе, это поддержка, это то, что действительно, ну, мы можем дать, потому что принципы и ценности, которые вот, исповедуете вы этим фестивалем, да, и которые исповедует наша компания, они очень похожи. Я действительно благодарен вам за эту невероятную возможность и труд каждый год, невзирая на любые сложности, этот фестиваль организовывать. Я знаю о том, что этот фестиваль, наверное, годовое событие для многих детских домов разного типа и для детей, которые готовятся, вот, которые чувствуют себя большими звездами, вот, в маленьком возрасте, о том, что в этом, на этом фестивале это как огромная большая семья, да, вот это уникальная возможность. Мы просто, вот я почувствовал, что мы обязаны поддержать, и я благодарен вам, что вот наши ожидания, они оправдались, и когда мы собираемся меценаты на этот уже концерт, да, гала-концерт, когда выступают победители, да, и общаемся друг с другом, то есть такой разворот, там, вот я посмотрел на тебя, да, смотрю, ты помогаешь, и мы начали, да, а я смотрю, что там он помогает, да, и думаю, ну как это в этом году мы не будем помогать, да, и вот мы просто вот так один с другим, фундамент. Такой фундамент, да, и люди социально активные, которым не безразлично то, что происходит в стране, которые понимают, что дети – это наше будущее. И неважно, воспитываются эти дети в семье, или они вне семьи, или, слава Богу, они обрели новую семью в виде семейного детского дома, что из этих кирпичиков, из этих пазлов, из этих картин будет и состоять наша будущая страна. Ну, вот, поэтому мы вкладываем, нам это очень важно. Вы также поддерживаете с первых дней существования социально-телевизионный проект «Поговори обо мне». Почему вы это делаете? Вы считаете, что меценаты, потенциальные меценаты, которые посмотрят эту программу, поменяют свое отношение к благотворительности и присоединятся к тем, кто оказывает реальную помощь? Или вы считаете, что очень важно и необходимо, чтобы дети, у которых есть проблемы, были услышаны и чтобы им оказывалась именно нужная, необходимая помощь? Это наша общая цель, чтобы дети обрели новую семью, чтобы они могли почувствовать тепло и любовь родителей. И я думаю, что вы, ну, можете сказать, сколько благодаря этой программе за эти годы детей обрели свои семьи, а сколько людей еще задумать. Это, безусловно, основное. В этом цель. Нашу компанию знают, поэтому, когда мы в этом проекте участвуем, то, безусловно, доверяют и проекту. Поэтому, да, есть и такой косвенный, да, косвенное преимущество, косвенный аргумент или косвенный
Advantage, что благодаря нашему участию мы рассчитываем, что будут подтянуться другие меценаты, которые поддержат этот проект в том или ином виде. Мы сможем создать больше резонанс, ну и, в общем-то, достичь новых целей, больше детей в семье, больше поддержки талантливым детям, больше поддержки тем детям, которые действительно нуждаются, больше поддержки домам семейного типа, да, то, что на сегодняшний момент я полностью поддерживаю, потому что нет лучшего места для детей, чем дом с братьями, сестрами, с родителями, и это действительно то, где мы можем решить задачу очень серьезно развития детей дальнейшее, да, это дома семейного типа. И мы поддерживаем эти проекты в тех или иных направлениях постоянно. Вот с несколькими нашими бизнесами мы это делаем. Ну вот поэтому думаю, что и мы будем поддерживать. И глядя на успешность этих проектов, мы сможем привлечь новых меценатов, да, и это движение будет расти и развиваться. Спасибо вам огромное за поддержку и фестиваля «Мама плюс я», и социального телевизионного проекта «Поговори обо мне». Удачи вам! І успіхів. На щастя, соціальний проєкт «Поговори про мене, цій дитині потрібна родина» вже шостий рік доводить свою користь. Завдяки йому діти не бояться говорити про свої мрії, вірять, що будуть почуті, знають, що про них не забули, не залишили на самоті з власними проблемами. Благодійність дійсно може бути різною. Найчастіше дитині з дитячого будинку бракує не матеріальних, а духовних цінностей. Їм хочеться поділитися своїми досягненнями, успіхами. І наша програма дарує дітям таку можливість. І саме тоді, коли вони щасливі, демонструють свої таланти знімальній групі, на них по-іншому дивляться і ті, хто готовий прийняти дитину-сироту в свою родину. То виходить, щира цікавість дитиною як особистістю – теж одна із форм благодійності. А я прощаюся з вами. Це була програма «Поговори про мене, цій дитині потрібна родина». Якщо ви бажаєте допомогти, телефонуйте нам до нашої редакції 789-25-25. Відкрийте серце доброті. Зараз ви бачите на своїх екранах телефони державних установ. Якщо виникло бажання допомогти або вам необхідна фахова консультація, телефонуйте. Звертайтесь і до нашої редакції за телефоном 789-25-25. Пам'ятайте, маленька допомога краще, ніж велике співчуття. Особлива вдячність за благодійну допомогу народному депутату України Андрію Федоровичу Шипкову.